Правильно целую, да, ничего. Так. Nice. Готов. Да ладно. Еще двое. Как не очень. Блин, я одного убил вроде бы. Ну и ладно. И вначале... Блин, а их сколько будет-то? Хорошо. Это что такое? Ну-ка вниз спускайся, слышь ты. Да вниз-то спустись, алё, время же идет. Да ну кому, ну чё за бред-то? Ну это чушь какая-то. Он просто не хочет спускаться. Не спускается, блин, в последний момент, когда мне это уже не надо. Зачем ты меня спрашиваешь, я без понятия. Ты, ну, не понял. А, ты был геймер? Ты меня так спрашиваешь, как будто я знаток какой-то. Я, блин, прошел игру и забыл ее вообще. Я не уверен, что для 100% это вообще нужно. Я же прошел 99. Блин. Да слышь ты, вобла! Да ну конечно, ага. Input лаги клевые. Нет. А чё я должен это замечать? Зачем мне это? Я чё, пытался ачивку получить, пройти игру без смертей? Нет, вроде бы. Да ну ты, блин, борщ. Ху-ху-ху.
Да это нечестно. А, блин. Чё там орёте-то всё? Домой идите. Чё там такая есть, да? Да ну запрыгни ты на это. Чё ты... Блин, ну вы зачем сделали так, что да ну как? Так, а можно селедку? Да ну конечно, ага, да. Пойду перепроходить. Зачем? Чё? Может, здесь странно? Короче, эта штука дает вот этот кульбит непонятный. Насколько я понял. Блин, тут не было бы песка. И зачем ты это сделал? Не понял. Да ну... Да, конечно, конечно. Слишком, блин, много всего. Алло, игра, ну, блин, окстись. Я бы хотел вот тут стоять, на самом деле. И просто бить врагов. Ну, мне так некомфортно. Да ну чего? Спасибо. Вот это сейчас. Чего? Okay. Да ну что ты делаешь? Да ну чего? Ну чего? 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 Да ну блин, я на верхнем не посмотрел даже. Ну ё-моё. Да, их нужно всех убить. Их нужно убить всех, чтобы открылся портал. Там, видишь, под ХП полоска open. Ее надо заполнить. Но. Спустись, пожалуйста. Меня что-то не прельщает с тобой драться вот так вот опять.
Вот же тупая херня. Да ну и куда-то опять улетел. Да ну это бред. Пистонию. Найс. Да конечно, ты, блин, вот взял и рывок сделал в мою сторону. Вот в другое место-то больше вообще тут просто нельзя было. Только в меня. Капец. Ну реально, других мест уже нету. Да ну... Чёрт! Да ну, селёдка, блин. Да... Тихо, тихо, чуть-чуть. Фу. Да блин, ну вот толку от того, что вы мне сейчас даете, это бессмысленно же, ну. Кто? Смусмурики? Хтю это. А хп дадите? Хп бы надо бы. Ну, это капком. Поэтому, наверное, напоминает. Так, а можно? Да плевать, на самом деле. Так. Вот это надо. Это же капком. У них все игры друг на друга похожи. Так, ну зато я уже не пойду. Наверное. Хорошо. О боже. Камон. Где мне стоять, чтобы ты меня не задамажил? Ну где-то вот тут. Нет, тут тоже дамажит. Дамс бред, конечно. Тут хп получше показывали бы, чем это время. Вообще, зачем они его сюда впихнули? Что изменится-то от того, что я там не успею по времени? Да, я тишь твою. Э.
Тум-тум-тум. Баем. Дарить-то и... Еще, наверное, из-за костюма, похоже. То, что он выглядит как рыцарь. Да чего? Ой. Вот я тебя сейчас удивлю. А здесь-то ты меня не можешь, да? Я тоже, знаешь ли, хитрый. Он же может только на земле их кастовать. А чё ты здесь-то можешь? А? Чё ты здесь-то можешь? А ничего ты здесь не можешь, пиписька. Это уровня маму ель. А я вообще допрыгнул? О, блин! Да, не нужен. Здорово. Да я понял, что время вышло. И еще вдогонку гейм овер. Так, ну... То есть, если не убил черепаху, все, привет, да? Так, опять один из этих уровней, что ли? Где негде стоять, и все спавнится со всех сторон. Или что это? Ты кто? Здорово. Воу. Воу. Окей. Я что-то не понимаю сейчас, что я делаю вообще. Что это такое происходит? То есть, окей, первые два удара я могу подождать, ну, на платформе. Один, два. А что дальше делать, я не знаю. И я его убил. И я его убил. Но меня убил червяк. Сика! Это интересно, что он первый раз... Первые разы он выпустил этого червяка, а потом что-то... Последний раз этого не было. Окей, я убил червяка. И он вызвал еще одного. Короче, пофигу на червяка. Пофигу на червяка. Ничего хорошего не будет от того, что я тут буду за ним гоняться. Ну и оп-оп. Еще-то не попал ни разу. Серьезно? Найс. Беги, пожалуйста.
Nailed it. Так, это переходной уровень. Нет, 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 тихо. Так, спокойно. Что это за байда? Эта штука делает кусь. О, боже. Интересно, интересно. Мы с ним будем драться, пока опускаемся, или мы с ним будем драться, конечно, когда уже опустимся? Вот в чем вопрос. То есть так-то вроде бы я смогу с ним драться. В принципе. В принципе. Я просто не понимаю, где моя земля. Как только я начну понимать, где моя земля... Ну, вроде кончается. Отлично. Ты серьезно? То есть их надо убить энное количество? Ты серьезно? 2, 4, 6, 8, 10. 10 червяков надо убить, что ли? Ты что, угораешь? То есть, в принципе-то это реально. Пять. Хорошо, пять надо червяков убить. Хорошо. Хорошо. Что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие сейчас. Да отцепись-то от стены-то, ну. Вот это по-братски. Рядом со мной. Ладно, окей, это было несложно. Фух. Мы уже уйдем с этой планеты, она мне не нравится люто. Что происходит-то вообще? Что меня убивает? Что меня касается? Почему я в стене начинаю? Что за байда? Блин, не хватает. Окей. Если мне времени хватит, то я его затащу. Да что ж ты делаешь-то, ну? Дурак, ну дурак, нет. Слишком пожадничал. Жадность. Нет.
Никак. Ага. Найс! Тихо. А есть? Нафига вы здесь эти блоки-то поставили, алло? Чё за ерунда? Нет. Я в том плане, что у нее вихрь по-другому выглядит. Вообще по-другому. У нее вихрь как нормальный торнадо. На это что-то непонятно, хера такая. Нехуй, да я не рискую. Найс! Найс! Просто черный королева у него вот так. А тут просто, ну. И плюс она по всему экрану летает. А этот туда-сюда только и все. Летвисиджи. Раскручивается? Да ты вообще сейчас не раскручивался, просто с места превращался в вихрь. Так, что мы тут делаем-то? Кого мы бьем-то? Не понимать. Вас? Кого я бью-то? Лягушек, что ли? Да камон. Да, лягушек. Окей. Еще есть какая-нибудь это адекватное место, где с ними драться можно? А то что-то это. А то что-то как-то тут это. Как-то не густо. Ну ладно, окей. Ничего страшного. График как на Сеге. Да ну не. Да ну не. Окей, я, кажется, нашел какое-то более-менее адекватное место. Окей, еще. Хорошо, 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 хорошо. Где? Все, нормально. Все хорошо. Я тут. Я тут. Я тут, сладкий мой. И чего ради это было? Отличные уровни порой здесь. Так, какая-то быстрая херня. Нехорошо. О боже, серьезно? Так, а что происходит? У меня хп не было, наверное. Вопрос, конечно, можно ли меня здесь потолок трогать? Блин, подводный. Да ну чё за дичь-то, ё-моё. Блин, нечестно делать неубиваемых врагов, алё. Да ну серьезно, ну блин, неубиваемые же. Я их убиваю, а они заново появляются.
Как всегда, блин. Откуда справедливости браться? Да ты можешь... Ну, ё-моё. Блин, вот еще бы ты пригибался, было бы вообще замечательно. Ну, блин, нифига не пригибается. Из-за того, что он не пригибается, это просто игра какой-то хренью становится. Беспонтовой. Тех, кто снизу, я задамажить не могу. Тех, кто снизу стреляет, я задамажить не могу. Тех, кто стреляет вверху, я от них пуль не вернуться не могу. Короче, бред полный. Не могу стрелять сидя. Ну, вот что вот я сейчас должен был делать? Что за бред? Мне что, вот тут стоять? Я могу тут постоять, спасибо. Раз ты игра хочешь. Я не буду ничего делать, буду просто здесь стоять. Буду хп фармить. А что, мы дальше идем, что ли? Подожди, мы идем дальше. Внезапно. Так, вот самое... Главный герой этой игры — идиот. Я специально остановился, чтобы меня не задамажило. Что он сделал? Задамажился. Я хочу этот, подстань, мне пофиг. Я вот тут буду стоять, можно? Да, конечно, ага. Ну вот и что делать? Бредовая игра. Чё ты не бьёшь? Вот останься, вот зафиксируйся, всё. Молодец. Ты еще угораешь? Охуен. Но тут я не мог не бугнуться. Просто, ну это огонь. Это огонь. Вы специально двигаете экран вправо, чтобы я туда зашел. Как только я туда захожу, вы начинаете двигать экран назад. Че это за бред? Опустись вниз. Я нажимаю уже. Ты игра. А туда точно надо лезть? Может, я туда не буду лезть? Меньше проблем. Э? Да иди ты в жопу. Ты серьезно? И мы все равно идем сюда. Ты посмотри на нее.
Я надеюсь, вы вверх не стреляете. Приперся. Спускайся. Теща, ну и стоило оно того. Вот это все геморройство с этим автоскроллером. Не стоило абсолютно. О боже, только не ты. Блин, чувак, тут стен нет. Что делать-то будем? Не, ну я знаю, куда вставать нужно. Но, блин, ты завязывай. Окей. Притрязаки. Спасибо. Они что, стреляют подводными лодками? Нет, они стреляют не подводными лодками. Они стреляют... Чё? А. Это не последний уровень сейчас. Что я... Нет. Нет, вряд ли. Кого я стреляю? Тебя стреляю? Чё? Я чё, прикол такой? То есть в эту штуку попадать лучше не надо, иначе тебя вниз просто засунут. Окей. Да блин, в смысле отсюда? Да ну ты уж шлепок, слышь. Ну и чё, вот чё, и чё? Да ну бред какой-то. То есть мы теперь здесь будем? Встань, пожалуйста. Завязывай. Да блин, ну не достать же ведь ни докуда. Помер. Ты серьезно? Слава богу, умер. То есть вообще не надо было ни с кем драться, надо было просто вылезти, да? Офигительно. Да ну блин! Дамс.
Окей, окей. Еще раз. Так, а вот тут справа нету там никакого поварапа. Окей. Да ёп, Макарёк. То есть на одних и тех же он вряд ли будет, да? Найс. Найс. Во. Поехали. Так. За значок. Эти штуки надо. Да ну, понятное дело. Слился бы. Надо опять 5 штук, что ли, или сколько там, 6 купить. Хорошо. Да блин, ну червяк, ну хорош, червяк, писька, писька, червяк, писька, червяк, заглядывай, червяк, заглядывай. Да ну блин, это вообще худшее сочетание, блин, червяк здоровенный, который фиг убьешь. И эти штуки мелкие, по многу просто. Да ну вот и что это было? Серьезно? Ты издеваешься, игра? Ну я же, блин, бью. Надо пауэрап какой-то хватануть. Иначе это все немного тщетно. Ну и что ты залип? Да ну где взять пауэрап-то? Алло. Естественно, он появляется ровно там, куда я прыгаю. Естественно. Потому что, а по-другому? Нет, нельзя по-другому. Только так. Дрянь нет. Ну хорошо, без пауэрапов давай. Один есть. Два есть. Три. Чё ты стоишь? Да ну что за байда-то, ну? Да ну блин, червяк, уйди нафиг. Да ну это капец какой-то. Как вот от него убежать? Убить его невозможно. Ну, то есть, я его убью, и чё, и заново второй появится. Ну, чё, это бред какой-то. Бесполезная хрень, реально его убивать. Больше хп просрёшь.
Я не понимаю, почему стоя удар... Просто зачем? Зачем так надо было делать? То есть в прыжке удар сильнее почему-то. Да вы где-нибудь зареспаунитесь уже, алё. Я чё тут должен, против змея шуль драться? Баридятина какая-то. Блин, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, отстань от меня, долбаная змея. Забагуйся где-нибудь в текстурах, задолбала. Нет, серьезно. А сегодня враги будут появляться или что? Спасибо. Твою мать. Бери, бери. Тихо, где? Фух. Это было... Как весело. Так. Типа только одного надо было убить. Ну ладно. Враг неизвестен. И это что еще значит? Что? Сайд-скроллер? Или тут не один враг? Что, в принципе, может быть, капкомовская игра все-таки. Че, босс раш таки сделать, да? Как они любят во всех своих играх. Спасибо. Ну, я что должен делать, пожалуйста, игра? Скажи мне. О, боже. Да ну тебя нафиг. Конечно, в самом безопасном месте ничего не положили. Здорово. Да вы что, угораете? Я вот чё здесь должен делать? Я должен был вниз упасть, что ли? А он там схватится? Блин. Я что-то вообще последний момент об этом подумал. Класс. Лучший прыжок. Лучший прыжок. Ну ладно. Еще раз. А как схватиться-то? Да блин, серьезно, 6-5 врагов, да, на экране одновременно, короче, и все в меня летят с самонаводкой. Ты, блин, игра вообще здорова или чё? Это же, ну, какой-то бред. Пацаны, может, вы это отстанете? Япона медь, ну серьезно, ну прыгай. Ой, ёкаламане. Как это жуть. А чё как схватиться-то? Просто я не понимаю. Да, там есть это место. Что? И чё это было? Еще не схватился. Там же труба была. Ну все, приплыли.
пожалуйста, туда пойду. Спасибо. Я эту игру уже что-то перестал понимать немного. Что-то происходит непонятно. Это добрый слоник. Было. Не, там вот серьезно, а вот что мне тут делать? Я же не могу. Ну я не могу схватиться-то. Как? То есть, если у меня один хп, я все, я никак не пройду это место. Миленько. 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 Конечно. Хочешь ванап? Нееее. Ванап еще ему, ага. Еще размечтал. Да. Ну окей. Я дошел до сюда. Но я сейчас пол хп здесь просру. Если только... Ну, не знаю. Ну, да ты прикалываешься. Ау. Ау. Я думал, что-то будет сейчас босс какой-то, а тут вообще ничего. Что-то это как-то странно и сомнительно, то, что мне сейчас просто пауэрапы дают. Еще раз с вопрос, вопрос. А вижу за вопрос. Это последний уровень. Сейчас босс будет сразу, да? Да, да. Это точно последний уровень. Прям 100 пудов. И я абсолютно не помню, как его убивать без дамага. Ну что, уровень долгий. С них хп падает. Чё ты делаешь? Чё было? На. Блин, пожалуйста, игра. Мне нужно это, и мне нужно бежать, потому что здесь времени точно в обрез дают. Тут нужно 100-500 боссов убить. За босс дальше. Огонь. Огонь. Чекпоинт с самого начала, само собой, да? А зачем он не с самого начала-то, алё? Иначе-то никак. Блин, парит. Я возьму это.
Так, ну усиленная атака, ладно еще. Более... Да, ну хорош. Так, что здесь? Как здесь быть? Вот что не пойму. Тут просто эти штуки летают. Мне бы как-то... Да, вот, нормально. Пойдет. Летите за мной с той стороны. Так, хп есть. Да камон. Хорош. Так, мне наверх или вниз? Ёбу мать. О боже. Так, ладно. Двое. Хорошо. Не проблема, я буду тут просто сидеть, все. Сами подходите. Блин, дурак, что ли, туда вставать? Пошел ты в баню. Сам сюда подлетай, если тебе так хочется. Найс, еще хп. Класс. Так. Это что? Сергей Рост? Что происходит? Ну, похож чем-то, не знаю. Так, этот босс, какая-то херота, но я точно помню, что это последний босс. Почему Дэйма Каймура? Почему не Гостен Гоблинс? Товарищ Нагиев, вы где, да? Он это? А? Занимайтесь там чем-то. Хер его знает. А вот и он, блин. Воу! Ты гусь! Замечательно. Найс. Чё, с первого раза что ли убил? Чё, серьезно? Ну он был сложный, да. Окей. Кен, кам ин. 18+. Кен, кам ин. О-о! На куражах! Хуба! Душнявая, но